что ж, поехали. И первыми у нас вот такая горка. Вы будете с горок кататься? Да. О, держитесь тогда. Поехали на горку. Опа, заехали. Санки надо, чтобы вниз скатываться. Санок у нас нету. Поедем так. Опа. Скатились с горки. Не страшно? Да. Молодцы, смелые девочки. А помните мультик, как мамонтенок на льдине катался? Маму искал. Сейчас мы тоже поедем на льдину. По этому месту не катались. По этому месту вы не катались, но сейчас будет страшно. О! А вон белка, видели? Вон мама поскакала рыжая. Видела? Да. Хвост вот такой у нее был. Она тоже хочет кататься, но, видать, ей никто не дает. Она на тест-драйв не записалась, вот ее и не взяли. Лужа-то вон какая, канава большая. Что-то надо делать. Вы сейчас перейдете через лужу вот туда, возьмете веревку и будете тянуть. Нет. Договорились? Нет. Все, мы договорились с вами. Какой умница. Пошли купаться? Да. Пойдем. Держимся. Тонем. Страшно? Не бойся. Ай-яй-яй! Аж брызги долетели. Ну это мы мощно покатались. Мама, мы теперь поедем на море? Да. Смотрела мультик про мамонтенка, который маму искал? Да. Помнишь, какой он песенку пел? Ведь так не бывает на свете, были потеряны дети. Помнишь? Вот мы сейчас поедем на ту льдину, я тебе ее покажу. Я мамонтенка этого туда возил. Как раз там мультики снимали. Она еще не растаяла. Сидит. О, вот испугался, уплыл опять. Он нас боится. Никогда нам не показывается. Вон, посмотри, какая грязь. О, хвост был. Вот, я видел. Видела? Мне кажется, ты тоже видела. Ой, а если мы застрянем? А если застрянем, то все, выйдем и подтолкнем. Ой, я тебе. Ой, ой. Ой. Была. Видела, убежала лиса? Да, видела. Вот я видел лису. А ты тоже видела? Видела хвост у нее какой рыжий? Да, видела. Вот, а вот на том дереве живет белка, но она спряталась, спит уже. Мы ей орехи сюда привозим. Страшно? Нет, не туда мы поехали. А мы поедем вот сюда. Вон, смотри, гриб растет. Видишь, на дереве? Да, вижу. Видишь, гриб растет. Это вообще... Смелые, у меня в прошлый раз вообще громко кричали.
ничего не боитесь? Нет, мы не боимся, мы подготовились. Проехали, да? Вот это здорово! По какой мы грязи-то ездили, да? Наверное, надо сейчас помыть вездеход нам. Сейчас возьмем тряпки, ведра и будем его мыть. Или просто загоним его в речку. Поехали, я тебе Дину обещал показать, где мамонтенок был. Сейчас покажу. А вон, видишь, вот эта льдина, вот на ней мамонтенок и был. Ой! Ничего себе! Ой-ой-ой-ой-ой, посмотрите, льдины каких, можно погладить даже. Оп-оп-оп. Не бойся. А вот на этой льдине мамонтенок и сидел. Давай мы на нее заедем тоже. Вот так мы на нее заехали. Для бегемота надо побольше, он утонет на этой льдине. Ты же видел, какие большие бегемоты? Ходила в зоопарк? Да. Вот, они огромные. А ну давай посмотрим. Вставай, вставай, посмотри. Вон, 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 щука была. Ах, уплыла уже, ну ладно. Парковка, да? Понравилось? Да! Ну здорово, молодцы! Смелая девочка, ничего не боялась. Давай я тебе помогу спуститься. Ребят, это не просто тест-драйв. Мы не просто катаем, мы не просто возим, не показываем преодоление препятствий. Мы дарим эмоции. И как видите, эмоции у людей зашкаливают. Следующий! Ну что, все готовы? Первая ступень тогда отходит. Итак, ребятки, мы едем по незапланированному маршруту, неизведанному и неопробованному. Поэтому нас ожидает все, что угодно. Отлично, мы готовы. Все так говорят. Сколько сейчас градусов? 35 было? Нет понятия. Скажем так, аварийный сигнал, находящийся ниже поясницы, сигналов никаких не подал. То есть, значит, все прошло штатно. А вот здесь водяной живет. Вот в этой прям болоте. А вон хвост видел у него? Вот, я видел. Ах, нырнул он уже. Все, сбежал, испугался шляпа. Нет, не шучу. Как же я буду шутить-то? Ты же взрослый мальчик, что с тобой шутить-то? И он смелый такой, ничего не боишься. Не боишься же? Нет, молодец. Смельчак. А вон белка, белка, видел белку? Вон же, вон побежала, смотри. Ай, убежала уже за ветку. Я видел хвост рыжий, ты видел? Я видел на даче.
Ты вот, наверное, это твоя дачная белка на тебя и пришла посмотреть. Нет, моя. Не она это? Моя. А так она за тобой прибежала. Круто? Да. Что, папку заберем? Или оставим здесь? Здесь оставим его? Папку здесь будет, да? Мы тебя решили здесь оставить. Да? Да, сын говорит, пусть остается здесь. Да ладно, не верю, чтоб он папку оставил. Да, вот потом у нас на канале посмотришь, как оно было. Что сдали папку с потрохами, сказали, оставляйте здесь. Без него легче пойдем. Да нет, он не хотел папку оставлять, да? Пошутил уже, да? Ой! О, вот это страшно было. Вот это страху мы с тобой натерпелись, да. Ой-ой-ой-ой-ой, переворот, кувырок. Фу. А, лужа огромная. Вот это да. Где там на джипе хотел поездить? На каком джипе таком? Да, на каком хотел джипе поездить? Сейчас же Тони, тут ведяной живет. Тут не ведяной, тут бегемот живет. Северный. Ты видел бегемотов? Нет. Северный, он полосатый. Нету там. Весь полосатый, вот такие лапы у него, вот такие зубы большие. Нету там. Вот сейчас как он вынырнет, будешь знать тогда. Сейчас увидим? Увидим, конечно. Хочешь, иди сюда ко мне? Да. Иди сюда. Перелазь. Да-да-да. Ты давай. Опа! Опа! Давай. Сюда садись. Сейчас тут вот вылезет бегемот. Тебя съесть захочет. Но мы от него убежим, может быть. Бегемот, бегемотик. Где ты, бегемот, да? Мы вообще не боимся тебя. Где? Вот там вот он. Смотри. Вон он, вон, 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 вон. О-о-о-о. Смотри, какие льдины. Большие. Бегемот, вон, хвост был. Видел? А нет, это щука была. Это не бегемот. Смелый, батя. А может, у папы спать? Ну, мы не знаем. Мы вообще-то вас, папа, здесь решили оставить. Сейчас поднимаешь давление. Подкачал, да. Пока были в воде, колеса остыли и объем уменьшился, давление упало. Сейчас колеса разогреются, опять резина нагреется и давление поднимется. Опять нам будет подправить. А давление очень низкое, а объем очень большой. За счет этого, да, скачки давления происходят до 10 миллиметров, 20 миллиметров этого столба. Управление вот пальцем. К концу дня за поход устают два пальца. Их надо массировать. Надо массажиста с собой брать. Мы думаем над этим уже. Ну что ж, ребят, мы приехали. Ну что, понравилось? Да, еще.
еще хочешь? В следующий раз. В очередь, все. В следующий раз. Меняем секту, наверное, спрыгиваем с УАЗиков, да, Сань? Ага. Что-то мне это больше как-то по душе. Ну что, поехали, готовы? Поехали, наши городские. УАЗики, говорите? В принципе, УАЗики есть на дне. Мы сейчас по ним быстренько и перескочим. Касается маневренности машины, это можно посмотреть вот на этом примере. Сидишь, ловишь. Да. Ну что, поехали дальше? Вперед. Экипаж помыли.
На нем сложно перестать бояться. Он всегда что-то да. подсовывает да? новое. Частично стоит водитель. Ну что, понравилось? Супер, спасибо. Мы тест драйв на Герасим Серпе, это круто. Начинаем копить. Ну что ж, ребят, вот и подошел к концу наш тест драйв. Я немножечко тоже принял участие в нем. Покатал народ. Получил заряд эмоций, которых мне не хватает, к сожалению. Новые люди всегда очень ярко, эмоционально реагируют на это. А мы уже, как так сказать, зажрались. Уже мало чем можно удивить, и поэтому приходится питаться чужими эмоциями. Что ж, словил бодряк, это как 5 чашек крепкого кофе, легкий тремор. Спасибо, что были с нами. Всего хорошего. До встречи на канале. Ну что, ребят, мы едем снимать наши жерлицы. Не знаем, попалось там что-то, не попалось. Но снимать надо. Интрига, пока интрига. Ну что ж, вот наши жерлицы. И рыбы нету. Ни на креветку, ни на живца, ребята, рыбы нету. А? Держи, пожалуйста. Опа. А вот и живчики. Ребят, дело не в том, что щука не ловится на креветку. Она и на живца не ловится. Скорее всего, погода или еще что-то. Поэтому... Живец отправляется живец обратно. Живец отправляется... Жить. Жить дальше, да. Давай. Так что все-таки секрет, клюет ли щука на креветку, не раскрыт. Если бы мы сейчас поймали на живца что-то, то можно было бы утверждать, да, щука не ест креветку, а ест живца. Но все говорят, что она такую не будет есть экзотику. Ребят, откуда в карельских озерах, мелких ламбушках водится корюшка? Ниоткуда. Но щука ее там жрет и жрет дохлую. Так что надо дальше пробовать и пытаться поймать на креветку. Если она будет на нее ловиться, то это будет вот там. Потому что это очень шикарно удобная наживка. И, как вы уже видели, ее можно не только на щуку использовать, но и на себя. Оп. Есть! О, есть, есть! О, тут. Креветка! Видели, как сопротивлялась? Все-таки одну креветку я оставил. Плыви, креветка. Не уплывает. Она смотрит грустными глазами. Смотрит. Маленькая рыбка. Смотрите, какой здесь вид. Жареный карась. Где твоя улыбка, что была вчерась? Да, вид шикарный. Гора, подсветка. Много народу. Жерлицы. Или жерлицы. Вот здесь у нас ёкунь. Рыба. Ёкунь. Опа. Держи. Я пойду проверять. Нет, там мелкий лёд тонкий. Ну его нафиг, иди ты, лёд. Давай, держи камеру, я пойду. Сейчас такой ухащий провалился. Ох ты, что это она так запутала-то? Да, что-то она тут не выписывала нам кренделя всячески. Кренделечки. Да. Вот так. Чтобы у вас всегда так флажок срабатывал. Да. Только... Стоял, чтобы флажок да. у вас всегда. Ну, у жерлиц в смысле. Ну что ж, ребят, ничего нам не попалось, но и тайна креветки не раскрыта. Будем пробовать дальше, будем пробовать ловить. И когда мы поймем, что на живца ловится, а на креветку нет, тогда откажемся от нашей затеи. Мы на все щуку. Равно заставим щуку сожрать креветку. Да, мы будем их ловить, засовывать им креветки в рот и отпускать, чтобы они привыкали жрать креветок. И рассказывали другими, да. Вкусно. Адский. Так, ну что, у нас заезжает шерп.
в будку. Место! Я что, более-менее ровно стою? Ой-о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 й-
Пау, стой! Человека намотал на колесо. Страшно он это делает, ребят, зазора вообще никакого нет, он как пробочка туда заходит. Как пробочка просто зашел. А вылазит он вот через, под днищем ты пролазишь, да? Он переднеприводный? Все, ребятки, закончился тест-драйв, уезжает машина команды Shark Team. Всем пока. Не больно-то и хотели. Разводные процедуры. Дуры ты. Давай закроем. Вдруг сломаем. Вдруг сломаем лед. Не, я думаю, не сломаем. Такой, ребята, у меня шерп новый. Ребята, у нас шикарная новость. Компания Шерп подарила нам новый вездеход. Говорят, ребята, ездите и снимайте. Радуйтесь жизни. Да шучу я, елки-палки, шучу. Подарят нам. Да, так и стоит. Шучу я. Ну, обзор мы сделаем по нему подробно. Он у нас стоит во дворе. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.